После двух поражений на выезде от Рубина и Заурали нефтекамцы не имели права возвращаться домой без очков. Начало поединка в Нижнем Тагиле Тарос начал с боевым настроем. Однако попытки атаковать владения вратаря спутника Хомутова оказались безрезультатными. Вторая 20-минутка началась с удаления. 4 минуты игры в неравных составах не привели к голевому исходу. Но вскоре после выхода штрафников спутника Железков мастерски обыгрывает вратаря Тароса и открывает счет. Оказываться в роли догоняющих гости явно не желали. Аккурат в середине матча Голованов прерывает полуторачасовую голевую засуху своей команды и сравнивает счет 1-1. В последующие 3 минуты глыбы дважды зажигают свет за воротами тагильчан. Сначала Артем Кислый сразу после выигранного вбрасывания прошивает Хомутова 2-1. А следом за ним, спустя всего минуту, Мордвинов в третий раз огорчает вратаря на добивании 3-1. Все попытки хозяев сократить разрыв до второй сирены оказываются неудачными. Третий период начался с активных атак хозяев, однако глыбы стояли неприступной стеной. Даже 4-минутный штраф, назначенный Кириллу Полозову, не помогают спутнику пробить броню нефтекамцев. А защищавшись, таросовцы забросили 4-ю шайбу. Махбот с передачи Компса из-за ворот использует свой голевой момент и убивает интригу в матче. Но и это был не финал. Очередная контратака Тароса на 57-й минуте приводит к голу Виталия Каменева. 5-1. Нефтекамцы заканчивают не самый удачный выезд крупной победой.